тайские сладости. Канон пинь. Такая штуковина. Скорее тайский завтрак, как вот у нас блинчики. А, о, тайский завтрак. Ну да, сладкое. Да. Вот такой вот блинчики вот к чаю, вот к компоту. Это рис с кокосом. В кокосовом молоке сварено, обжигается на мангале. В пальмовых листьях. В листе кокосовой пальмы тоже. Так, сейчас момент. Так, вот я развернул. Это рис с кокосом, сваренный и потом обожженный на мангале. Должна быть очень сладкая штуковина. Такая консистенция желеобразного вида. Сейчас попробуем.